Привет, мои хорошие. В этом видео хочу вам показать свои две реанимашки. Значит, это та мини. У нее гниет стволик, невозможно остановить. Вот сегодня я ее максимум помазала. Корешков там совсем нет. И засунула к котлейкам. Так просто втыкнула в мох. Не знаю, что будет. Но вот этот вот листочек, он растет. А это мой, вот он сейчас, пипку, если кто видит, это вот он, мой лайм. Ну, наверное, это уже последнее видео про него. Тот листочек, который у него растет, единственный, он еле-еле растет, и он мягкий-мягкий. Я сегодня потрогала, он прям... Ну, естественно, неоткуда у него брать питание, но я боролась до последнего. Сниму вам, когда он станет сухариком, покажу.